Председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа, депутат от партии «Единая Россия» Татьяна Одинцова совместно с начальником территориального управления Голицына Галиной Кувшинниковой посетила детский сад номер 62. Особое внимание в ходе инспекции уделили ситуации с прогулочной верандой, на аварийное состояние которой указывали в своем обращении местные жители. Как сообщила Татьяна Одинцова, ход реконструкции объекта местное отделение «Единой России» берет на контроль в соответствии с проектом «Новая школа». Также депутаты проверили Голицынскую школу номер 2. Татьяна Одинцова отметила полную готовность образовательного учреждения к приему учеников, несмотря на то, что до начала учебного года еще почти месяц.